Бывший полицейский, которого застукали с 14-летним мальчиком, предстанет перед судом. Женатый мужчина и отец двоих детей уже сознался в преступлениях. Ему вменяют 3 эпизода. Обвиняемый устраивал интимные встречи с подростками в квартире Златоуста. Несовершеннолетним платил деньги за близость. С жертвами, которым было от 11 до 13 лет, знакомился через социальные сети. Просил отправить их свои интимные фото. Теперь бывшему полицейскому из Миасса вменяют сексуальные преступления в отношении троих мальчиков. Сейчас мужчина под стражей.